Так, всем привет, дорогие друзья. Всем привет, кто следит за видосами про программу Touch Racer, которая позволяет ездить, управлять телефоном в гонках на Windows. То есть вот у нас эта программа запущена. Вот мы можем рулить, газовать и тормозить. Я продолжаю на разных трассах гонять, вот в достаточно такой с реалистичной физикой игру GTR 2. Вот почему такая старая, потому что комп более новый меня не тянет. Но здесь в принципе достаточно сложно ездить и можно протестировать эту программу. Сейчас я езжу тренируюсь на таком кругу, где на такой трассе, треке, где много поворотов резких. В общем, такая специфика, что приходится здесь тормозить перед поворотом и потом плавно отпускать. То есть вот мы тормозим на 100%, но плавно надо отпускать тормоз. То есть очень сложно следить, когда машина начинает заносить. То есть без заносов, ну у меня еще такая машина, в общем без заносов здесь не обойтись. И нужно очень-очень хорошо чувствовать, когда машина начинает нести и отпускать интуитивно при этом тормоз. То есть либо плавно отпускать, либо надо полностью отпускать, потом, может быть, чуть дотормозить там и так далее. То есть такая работа очень тонкая, как раз которая показывает, насколько хорошо заменяет руль вот эта программа на телефоне. Ну что ж, давайте поедем. Ну, естественно, это очень удовольствие много приносит такое вождение. То есть сейчас я вкачусь немножко. Попробую одновременно говорить и ехать. Вот сейчас как раз будет один из. Соответственно, плавно нажимаем газ, что на кнопочном управлении невозможно. Так, я уже заговорился. Вот здесь я заговорился и забыл. Сейчас я вкачусь и покажу, что я имел в виду насчет тормоза. То есть мы начинаем поворачивать при нажатом тормозе. Если чуть-чуть пережать, то будет занос. Не дожать, будет недолет. То есть очень тонкая работа. И коварный поворот, то есть наклон, видимо, трассы или что-то такое, сносит края. Поехали. Очень много зигзагов, очень резких. И, соответственно, этот занос тоже контролировать приходится. Сейчас затяжной поворот направо. Ну, это как, наверное, попроще. Затяжные такие. Хотя тут тоже я постепенно отпускаю тормоз, добиваясь нужного заноса. Неплохо прошел. Зигзаг. Ну, тут видите, я конкретно налажал. Достаточно быстрый выход. И еще один зигзаг. Точно такой же. Другой немножко. Сейчас тоже выход на большой скорости. Ну, первый тренировочный круг, так сказать, проехали.
выход сложный, там такая геометрия поворота. Вот я пережал чуть-чуть, то есть плохо вошел. Загибается. Ну вот я уже отстаю. Не вижу где. Из-за него не видел полосу. Да что такое? Поехали, поехали дальше. Так, сейчас резкий направо. И тут как бы даже особенно, я извиняюсь, особенно даже и не смотришь уже на уровень на телефоне, потому что уже все чисто работает обратная связь с тем, как едет машина. Походу у меня повреждена машина. Давайте заново начнем. То есть так же, как на педали, там уровень, в принципе, особенно не вкуриваешь, какой вот я ездил на руле. Там чисто ты следишь за поведением, но там есть еще на руле, конечно, обратная связь, которая очень помогает. И здесь чисто надо следить за поведением и пальцем реагировать. Но это не такая уж плохая траектория, потому что мы сможем скорость выхода получить большую, еще такого так, глубокого входа в поворот. Ну, здесь облажался опять. Я, собственно, уже только начал довольно неплохо проходить эти повороты, только-только научился. Сейчас на камеру пока не очень получается. Я бы сказал, очень-очень не очень. Ну ничего, мы сейчас прокатимся еще. В принципе, примерно, думаю, понятно, понятна суть. Вот, то есть, видите, пережал тормоз, все, меня понесло. Когда получается, это очень, конечно, прикольно доставляет. Пережал. Резкий достаточно выход. Затяжное направо. Сейчас попробую вкатиться. Получше проходить. Чутка. Тоже вот газ, когда отпускаешь перед серединой поворота, так, я забыл, что будет, так, будет зигзаг, то, соответственно, от того, как плавно отпускаешь, тоже зависит. Вот хорошо вошел, кстати, в занос, практически идеально, по-моему. Вот, то есть отпускаешь как плавно газ, зависит то, насколько тебя занесет и насколько резко, ну, траектория. То есть тоже плавность отпускания газа, надо, можно этим пользоваться. Вот сейчас траектория вроде такая, тоже ничего такое. Оп, полный газ, все. Обгоним, нет, ну на равных. Не вижу трассу, не вижу трассу за ним. Лево в палке, вот, бесит, бесит. За этим чуваком не вижу траекторию. Неудобно сделаем. Тут слишком медленно вошел, хоп, отпускаем газ, и идет небольшой за счет этого заносик. И, конечно, зависит от того, как его отпускать. Ну, сейчас. Не очень хорошо вошел. Опять же, не вижу траектории, поэтому буду держаться слева, чтобы видеть вот эти полосы. Хоп.
контр руление и нажимаем газ, чтобы противостоять заносу. Все, в принципе, на автомате получается. Достаточно-таки удобно. Но здесь чуть-чуть неудачно, в принципе. И вот хоп, тоже отпускаем газ. И дальше. Но тут передержал газ. Слишком. На выход еще ничего так. Сейчас, может быть, вкачусь. Так, что сейчас у нас? Затяжной. Не вкатился. Концентрация, конечно, нужна большая. Довольно резкий. Так, в смысле, быстрый выход. Скоростной. Так, последний зигзаг. Чуть-чуть переборщил. Ну, кстати, ехал дерьмо, но не такое уж плохое время для меня. Вот хоп, как видели, как отпускаем тормоз. Так, а здесь вот теперь уже можно полный газ. Где он там в зеркале заднего вида, смотрим. Чуть-чуть обогнал. И еще, видите, то есть отпустил тормоз, но мне не хватило и чуть-чуть дожал. То есть все это как на... Ну, сейчас ошибся, объяснял. То есть хорошо вошел в поворот, и потом еще тормоз уже отпустил и еще чуть-чуть дожал. То есть как педальку вот так поднажать немножко получается. Сейчас извиняюсь. Объяснял. Так, ну, давайте заново. То есть все это можно делать на таком управлении. Хоп, там чуть-чуть хоп поднажал, вот как сейчас тормоз еще чуть-чуть. Хоп. Ну, на руле, кстати, хотел я, на этом треке я даже не ездил, потому что просто тупо лень его подключать. И вот тоже тормоз хоп дожал. Нет, ну это, конечно, не идеальное прохождение. То есть идеально супер плавно все должно быть, но очень часто все равно же приходится так делать. Поэтому это очень хорошо, что здесь так можно. Кстати, неплохо прошел. Перебор опять. Да, руль было влом опять подключать. И даже как-то за ним сидеть с этими педалями как-то... Так что за поворот, я, честно говоря, уже забыл. Честно говоря, я забыл. А, все, вспомнил. Или не вспомнил. То есть... Ну, неплохо, кстати, мне кажется. Ну как, относительно. Очень сложный же поворот. Ну вот, неплохо, в принципе, по сравнению с тем, что было. О чем я говорил? Да. Что на руле не только подключать лень, но и... Ну вот, по-моему, вполне себе... Хотя практически не догнал, да? А вот сейчас пережал. Тут такая тачка. Тут любое действие, это нужно очень тонко ехать. Реально такая машина. То есть я пробовал там на Феррари, Мазерати. Там гораздо стабильнее эти машинки, но зато не так интересные. Ну вот, пережал, отпустил. Интуитивно. Газ полностью.
все полный, нет? Нет, полный нельзя. И тоже вот интуитивно отпускаешь, вот именно даже не движением пальца, а именно вот поворотом пальца отпускаешь. Это интуитивней. То есть движение пальца, оно не такое тонкое, если особенно не гладкий экран. А вот поворот пальца, он очень интуитивный такой. И хоп, там повернул чуть-чуть, хоп-хоп, и ты чувствуешь, насколько повернул. То есть вот очень важно, да, то, что поворотом, смотрите, как неплохо, да, вошел. Поворотом пальца можно корректировать силу. Я раньше пробовал ездить, сейчас заговорился, хорошо ехал, неплохо реально ехал так. Раньше я ездил на чувствительности, когда